заразен ли съм бъд код, билка пирнеш. Все пишу. Просто берет А вот, ну, берете данные про политика, Нет. и кто берет на себя ответственность за выбор именно тех данных, которые показывают, то есть за фильтрацию, за отображение. Короче, возьмем себе биткод. Насколько вы здесь второй вопрос обеспечиваете объективность этих данных? Да, так можем все уровень просто. Меняешь, короче, там активику, кажется, взяли, это модель заполнения информации. Все посылания скопировать. Каждый фонд может зайти и заполнить информацию. Да, это информация смоделирована. Вы не можете просто зайти и заполнить информацию сейчас по данным центрам. Вот смотрите, у нас такая информация, есть подробные данные и источники. Источник должен быть официальным. Мы достоверны их больше. Ой, сори. Я бы хотела для себя понять, какую проблему на самом деле вы хотели решить? Вы хотели, чтобы люди знали больше о политике, или чтобы они осознанно делали свой выбор в пользу того или иного политика, исходя из ценностей? В определенные моменты, в том числе и сейчас, происходят некие точки принятия решений. И для каждого гражданина очень важно правильно принять решение. Для того, чтобы правильно принять решение, нужно перелопатить очень много информации, потратить кучу времени, смотреть телевидение, смотреть официальные каналы, смотреть неофициальные каналы. Мы хотим сделать, не все люди на это готовы, мы хотим дать людям возможность сделать это за меньшее количество времени. Ну, я могу ошибаться, но хотела бы вам сказать, на самом деле Википедия сегодня дает исчерпывающую информацию о иммигрантах. Более того, ну, мы все прекрасно знаем, что в тот или иной момент она переходила из одной партии в другую. У нас сегодняшний момент важно, мне кажется, не ее история и не сколько ее история, сколько ее убеждения конкретно сегодня, исходя из той ситуации, которая есть. Мне кажется, именно эту проблему вы не решили, потому что вы показываете исторический ракурс и не показываете, за что она сегодня так или иначе просто. Я прошу прощения, можно я продолжу? К сожалению, возник небольшая техническая неполадка. Вот видите, тут у нас строчка не видно. У нас есть несколько типов событий. Есть биографические события и все события. Есть события... Значит, у нас есть события все, в которых предполагается записывать события, например, написала в Твиттере какое-то сообщение. Это сообщение отражает текущую позицию по нашему мнению. То есть это не биографическое событие, как публикация информации в Твиттере или или выступ на информацию на ТВ в контексте иных героев. Богдан, може я буду на інший канал стрімити? Я можу на Action Life, якщо він вільний зараз.
Всем привет. Вот наша команда. Это Михаил. Мы хотели на территории мира решить проблему астероидной опасности. Нам в нашей семье устраивает опасность каждый день. На самом деле проблема заключается в том, что есть один исследовательский центр, в нем работает 9 человек, 5 телескопа, и финансирует как бы правительство Соединенных Штатов, они занимаются поиском неизвестных небесных тел. И они, конечно, очень сильно преуспели в этом деле. За все время они нашли около 6 тысяч новых объектов, которые приблизительно составляют трети всех объектов, которые вообще нужны в истории. То есть они, конечно, молодцы. Мы собираемся им помочь в этом нелегком деле. Проект заключается в том, что мы создали систему, которая будет помогать социальному мониторингу вот этих неизвестных объектов. Система дает возможность обычные люди, не только астрономы, а просто любители, часто смотрят в небо и всегда находят какие-то объекты намного раньше, чем до этого доходит ученый. Например, недавняя комета, которую мы так не смогли хорошо рассмотреть, потому что она взорвалась как-то мимо Солнца. Ее нашли студенты и обнаружили ее первыми, после этого уже занялись ученым. Вот, собственно, структура этой системы. Мы используем открытое Google Earth API, и она в себя включает несколько баз данных. Это база данных NASA, база данных Синбад открытая, и еще статьи из Википедии. И у нас есть своя собственная база, в которую будут добавляться все новые объекты, которые люди нашли, готовы поделиться информацией. Вот приблизительно так будет выглядеть проект. Это дизайн. Мы покажем прототип чуть-чуть позже. Он пока немножко отличается от того, что вы здесь видите, но это главная страница, в которой показываются все новости, найденные объекты, и у каждого из объектов есть рейтинг. Не очень хорошо видно, наверное, но, в общем, этот рейтинг выставляют пользователи этой системы сами, поэтому сообщество всегда следит за тем, чтобы эти объекты были настоящими, не просто так попытал, придумал, фотографировал, чтобы платить тоже. Вот так выглядит страничка с Google Earth плагином. Да, в меню можно вот с помощью поиска найти существующие объекты, рассмотреть их. Если объект не найден, то его можно добавить на эту карту, и он сохранится в нашей базе данных. В результате есть возможность экспортировать данные в научно-исследовательские центры, для того, чтобы они их изучали. Также люди будут участвовать вкладывается и обнаруживая потенциально опасные объекты, которые угрожают нашей Земле. И, конечно же, там будет куча фотографий, которые можно посмотреть, не очень красивые. Спасибо. Мы сейчас быстренько покажем прототип. У нас две странички. И вот это страница с плагином. Вот, например, давайте пятое место. И вторая вещь с новостями. Что это? Звезда смерти! Она летит, она нас хочет уничтожить и взорвать всех. Что же делать? Опасный объект, и предотвращена опасность нашей группы.
ребят, вы в самом начале сказали, что есть некий исследовательский центр, он уже работает, а он вас попросил, чтобы вы ему помогли, или вы решили сами ему помочь? Нет, на самом деле, я пришла из Википедии, есть на Википедии страница по городу, мы на нее зашли, там было куча вариантов, там пол, целая куча других проблем. Скажите, пожалуйста, а вот чем ваша система, например, будет лучше, чем некая группа в Facebook или другой социальной сети? В нашей системе есть возможность, ну, то есть, когда добавляется новый объект, то все участники этой социальной сети, по сути, имеют возможность его либо подхватить, либо опровергнуть. Ну, то есть, может быть, это просто самолет ожидал, кто-то увидел и подумал, что это какая-то конечная. И, то есть, наша система, все данные community-free. Получается, что другие данные не проскочат, потому что все основные любители будут То есть я правильно понимаю, что у вас это специализированная социальная сеть для любителей наблюдения за небом? Можно и так сказать. Спасибо. Спасибо. Правильном порядке.
сильная терапия приводит к тому, что ребенок теряет волосы. И для того, чтобы восстановить силы, восстановить свое здоровье, ему необходимо кушать. И выбирать только правильные фрукты, правильное питание. И игнорировать, собственно, всяких вирусов и всяких негативов, которые тоже попадаются. То есть, в частности, и те проблемы, которые возникают. После этого у ребенка, естественно, набирается сил, у него вырастают обратно волосы, и все становится хорошо. Это всего лишь две проблемы, если вы большинство, с которыми сталкивается ребенок. Мы его поздравляем, говорим, ты молодец, ты опять здоров, у тебя опять есть волосы. Все круто. Спасибо. Отпор на камеру, будь ласка. Ну, ты знаешь, что с этим девайсом у тебя смертность будет от наших ментов стопроцентная? Да. Они будут стрелять по камерам, а попадут в тебя. Стрелять будут по нам, а попадут в тебя. Для пассивной безопасности надо включать фонарик в режим стробоскопа. Я думаю, что надо сделать камеру вот здесь, вот вынести. Они тогда будут думать, что твоя голова здесь, и стрелять будут мимо тебя. А если он будет промахиваться? Это печально. Ему скажите больше шансов. Ан, так ты выступаешь с Эйклом? Так, десятый номер. Круто. Вот. Але, в мене з'являються вільні руки. Ти побачиш, навіщо вони будуть. Я зажигав тільки телемолотом. Правильно. Може я почну стрімити на інший канал? Наприклад, на Live Action? То есть у нас на главной странице мы видим несколько полей, которые необходимо заполнить. Да, я пойду. То есть нужно указать дату, когда вы начали работать в компании, указать, с какого года вы работаете, когда у вас идет перерыв, сколько вы получаете в месяц и когда вы начинаете там работать. Все эти даты. Можно? Можно? Попадаем на следующую страничку, где нам показывается, когда будет следующий транш, когда нам поступит зарплата, сколько дней осталось до выходных, сколько минут до конца рабочего дня, сколько до обеденного перерыва, сколько денег мы заработали уже в этом месяце и сколько мы за сегодня конкретно денег заработали. Кроме того, показывается еще и статическая информация. Она
первом экране более динамичная, я ее специально так отдельно выделил. Здесь более такая серьезная инфа. Например, показывается информация о том, сколько дней вы проработали в компании, сколько часов вы потратили на рабочий день, сколько вам уже начислено больничных и отпускных дней в этом месяце. Для многих я слышал, это проблема, но, то есть посчитать, сколько вам их начислили. Стрим проходить відразу з девайса, який називається iCloud Pack. Сколько вам пенсії отчислили? Сколько ви зарабатываете в год і сколько ви зарабатываете в час? Ну, на этом, естественно, вопросы работника не истекают. Ну, то есть, это буквально то, что я успел сделать за эти два дня. Как вариант, я вижу дальнейшее развитие этого приложения в отображении средней заработной платы конкретного работника. Ну, то есть, если человек указывает, что он, скажем, Java-программист, мы можем оценить среднюю заработную плату на рынке и показать ему, что он недополучает какую-то сумму денег. Или сказать ему, что чувак, ты молодец, зарабатываешь больше среднего по рынку. Это может мотивировать человека искать более выгодную работу. И там на самом деле много чего можно еще добавить. Ну, я думаю, что это все. Спасибо. Hack for Good – это уникальный гадон, потому что мы ищем социальный проект. Мне сложно найти социальный элемент в вашей приложении. На самом деле, социальный элемент заключается в том, что человек мотивируется на получение какой-то более хорошей работы, если его не устраивает текущее положение. То есть, если его не устраивает ситуация на работе, это может вылиться в какие-то депрессии, Ну да, то ще буде фонарик, який буде нездоровий. Неприємно? Ну, його видно обличчя. Не сильно випасить, тому що я на відео не бачу. Oh.
Тетушка будешь? Да. Я буду тобой стримить? Я могу сымитировать тебе, помочь. Давай, выйдешь, типа це. Я скажу, що раніше ми стрімили тільки з рук, а після того, як ми стаємо каліками, нам треба руки для більш радикальних дій. Але ти хочеш слухати? Я не думаю, ти хочеш показати фільми, які в мене зараз? Ні, він просто буде помічник. Ти на який канал стрімиш? Я буду представляти. Може, на Live Action буде стрімити? А? А спільна TV Live? Третій. Іде на сайт. Можна стрімити? Ну, я на хакатон стрімлю. Окей, добре. Да. Це не конкуренти. І з Fallout шлем дуже класний. О, я згадав, це Fallout був. Треба червоний маркер. На, тримай, тітушка. Ну, я просто не можу згинати пальці. Ми зараз, як я казав, Зато тепер можна тримати. Отак ставчу тебе. Справжні там, знаєш як. І ломік, ломік. І головне отак от взяти. Набагато краще картинка виходить. Типу. Я просто не можу стрімати, палець відстрілений. Потому что, если честно, как бы, не
Потримаєш? О, ти з поломаною рукою, я покліщений. Ти зрозумів, натяк. Так, що це думає? Потім винесеш мені на сцену, коли я буду презентувати давай. Це айкопак. Ні, з рукою ти якраз вийдеш, типа скажеш, що ще один журналіст не може стрімити, один не може пальцями нажимати, інший не може тримати нічого. От, а айкопак, з якого ми зараз проводимо стрім, до речі, він дозволяє попасти тримати вільні руки і проводити стрім. Розумієте, люди, це не камера, це айкопак. І якщо там підходить якийсь тітушка, то завжди можна там спробувати якось ще повідбуватися. Бо коли у вас в руках камера, то відбувається ви не бачите. Це, типу, в камеру? Так, я бачу в камеру, я бачу поза камерою. Це пиво? Так. В даному випадку це пиво, але воно дозволяє імітувати деякі знайомі всім предмети. Коли я маю тобі пиво, серветку, я тобі ще там запоснімаю три штуки. Коли я тобі не стимую? Ну, я там буду говорити, я тобі просто маякну, ти зрозумієш. Я вам карман подам. Окей. Ну, за півгодини до початку. Якщо ми зараз знайдемо десь дзеркало, ви зможете подивитися, як виглядає цей девайс, з якого зараз іде даний стрім. Зараз я спробую встати, можливо, тут не буде видно. От, 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 ви можете дивитися. От, ліворуч на екрані ви бачите, що девайс закріплений на голові. Опс, руки. Коротше, даний девайс дозволить набагато краще проводити стріми і робити стріми з тих місць, де раніше були просто недоступні. Це айкалпак. Це ще не все. Тут буде подальшому трошки більш підсилена версія. Зараз. Отак от вона лупить, правда? Ну, зараз це здорова фігня, але в подальшому вона буде сюди компактненько вклеєна і буде набагато легше. Але мало того. Ти на кепку, я думаю, як він. Да, і воно плюс ще воно і заряджається. У вас півгодини стріма тобі дасть. А ця фігня дасть 4 години. 12 тисяч мліампер. Знаєш, ми можемо ще приліпити на шлем. Знаєш, шлеми, які... Да, на шлеми можна приліпити GoPro, але GoPro треба купувати. А цю штуку купувати не треба, поки що. Але якщо податися на Kickstarter, я думаю, що тобі на салоні, поки його купляє. Прикольна штука. Інженерна мисль, знаєш, така, типу, із подручних сил собрати таку штуку, і саме прикольно. При тому руки свободні. Так, руки свободні. Дай девайс. Ти розумієш? Розумієш? Отак от береш зажигалочку. Давай, дай запальничку. Для повного цього. Чекай, дивись, от раніше можна було. Раніше можна було просто стрімити. А тепер можна стрімити. Та ні, там півас. От, дивись. Раз, два.
і картинку, ти сам створюєш картинку, розумієш? Оце справжнє громадське телебачення. Можна, можна включити в онлайн, так як це зараз іде. Чоловіки, ви опасні, не зрозуміли. Там, ну що може бути всередині фляжки, зверху якої примотана якась біла штучка? А, ти замотав, я думав понюхати. Понюхати його можна і попробувати. Зараз. Зараз є стрім. Ні, керосин, короче, там пиво. Сім чоловік нас дивляться, і на тому екрані, отам на екрані, скажи, переключіть на Майдан Хакатон. Можна я А, я можу цей, скинути лінк на соціалки? Ти головне його не кидати. Лінк кидає, а от його ж тобі не кидає. Для ощущення присутствия. Да, ну, если даже то, что Голомаса все это толпой в те двери от того, что будет вода литься, то окей, я не спорю. Мы знаем, что я не спорю, я постоянно на самом деле я не люблю, потому что я, ну, типа, я буду с истерикой бить ногами, вот там, типа, все. А, чего я должен Они даже знают, бегущую страну. И мы подумали о том, что человек, когда путешествует, или когда он выходит на работу, или когда он просто гуляет по городу, он передвигается с точки А в точку Б, пропуская при этом очень много интересных фактов про свой город, про город, в котором он поехал путешествовать за границу. И когда мы возвращаемся домой, мы встречаемся с друзьями и друг другу рассказываем абсолютно одинаковую историю. У меня есть минимум 3-4 друга, которые были в Париже, видели башню, и они не успели даже поговорить по этому каналу. Они там побывали, и никакого результата этого нет. Они это увидели, это не очень интересно. Но если... В общем, дал для начала, но быстрое продолжение. Мы делаем приложение, которое способно открыть тебе информацию, о которой ты раньше не догадывался, но ты ходишь каждый день по маршруту, на работу, или уезжаешь в какую-то страну, ходишь там, есть разные онлайн-гиды, которые ты можешь достать дома. Но мы сделали приложение, точнее его прототип, которое позволит тебе выйти из дома, обладая просто девайсом, iPhone или iPad, идти и узнавать абсолютно новую скрытую для себя информацию о том, что вот в этом доме, например, жили такие-то люди. Потому что мы проходим мимо домов, на которых есть таблички, что тут жил Булгаков, тут жил Маяковский. Вот, мы либо их не замечаем, либо не придаем этому значения, но жив и хорошо. А наше предложение будет приложение. Будет показывать тебе какие-то интересные факты, что, например, вот тут вот Наташка разлила молоко, посмотрите, пожалуйста, на эти рельсы. Из этого окна мастер смотрел на Маргариту, тому подобное. Вот. Это не ограничивается только написано только там, писателями, также включает в себя художника, например, ты едешь в Барселону, можешь пройти полностью весь там, маршрут художников, которые рисовали набережные, дворцы, вот. Гауди, ты можешь пройти по архитектурным достопримечательностям, понять, где он черпал вдохновение и так далее. То есть такое интерактивное движение, которое держит тебя всегда в трекшене. Потому что ты не просто должен посмотреть... 40 хвилин трансляции и 6 вилерів. Зараз 6. Але ми не на центральному каналі. Ні, сказали на центральній, треба окремо записуватись. Вот, это, собственно, на центральне треба окремо записуватись, я не записався. Ну, це був тролінг мене, тому що я завчасно не записався. Там ніхто не стрімить на них взагалі. Богдана просто на мене зла, що я... Мало приділяв часу сайту. Напиши, що тут стриптиз буде в кінці. Є секретні точки, які відкривають... Ну, у мене 7 в'юверів, у неї 12. З помощью пройдених 10-15 точок. А на главному?
Также кабинет, на тесту. Который мы вводим, что мы, например, прошли 35 точек, на это вы потратили 15 часов. За каждые 10 точек мы вам дали, мы вам даем медали. У вас 3 медали, вы получили 1 балл. И есть ваши заправки. Это только Булгаков. На самом деле, хочу напомнить, этот аппетит очень многими писателями, кинорежиссерами, героями любимых фильмов, поэтами. И для того, чтобы город, который мы знаем, наполнить людьми и происшествиями, событиями, которые тут проходили. Ау. Какой сценарий? Ты уже придумал? Ми? Я виходжу, кажу, що раніше на революції журналісти стрімили з рук, потім вони становляться каліками. Це GoPro дорого і потребує спеціальних шолонів для кріплення, потребує закупівлі цей. А будь-хто з вас може зараз дістати свій смартфон, включитися в онлайн і піти стрімить. От ви є просто захисник, так? Я буду після сайта. Ви просто захисник, так? Барикад. Ви не журналіст, але ви можете стрімати, от ти можеш будувати барикаду. Знаєш, і люди будуть бачити твоїми очима те, що ти робиш. Можеш прийти там, типа, подавати тітушки в морду. Так, це можна реально постановку. Ну, реально постановочку, там Ваня вийде і скаже, оце тітушка, наприклад, йому бах-бах наваляв. Попізнав ногами, а він скаже, а він мене бив біта. Я скажу, ніфіга, у мене зафіксовано, що я тільки ногами його бив. От. І це можна буде використати в суді. Да. Можу піти з друзями попити пива на Грушевського, і стану пива так за паничку, так, типу, пиво, там, типу, викинути сміття в бутилки потім. В мусор. Потім в мусор викинути бутилки. От. Ну таке. Ой-ой-ой. Или будешь его поджигать? Нет. Ну, не догадаюсь, вот там так муляж сделан. Ну, зажигалку возьму, там, типа... Ну, они будут бачить трансляцию на цьому, на экране. То, что происходит. Не, можно поджечь здесь поджечь зажигалку, а не поджигать. Ну, да, просто потримать там, типа. Они все испугаются, такие, Но если всегда события, которые происходили исторические, события с них, вот это ничего. О, ну то Богдана стримит на тот экран. Ну, я попрошу, чтобы включили мне и типа... Самое главное, это канал, который мы доносим информацию. А можешь за моим компом сбегать вниз? Что? Можешь за моим компом вниз сбегать? Главное, это тот канал, который мы доносим человеку эту информацию. Вот в связи с этим у меня вопрос. Так все-таки у вас версия, это я, гражданка Ольга, хожу по Киеву, по своим собственным маршрутам, и вы мне не навязчиво подсказывайте и образовывайте меня. Или я турист Ольга, которая приехала, скажем, в Вашингтон и хожу по тропам, связанным с Линкольном. На самом деле мы будем, это вопрос на самом деле масштабируется. Мы будем масштабироваться. У нас можно ходить только по Булгакову. Это первое. Или по другим авторам. Второе, это время, ты выходишь и видишь, что без тебя есть много точек. Это Булгаков, это группа Дата Стив Джобс и так дальше, и так дальше. И ты можешь ходить по этим точкам и собирать информацию про них. Ты же либо ходишь по автору, по кинорежиссеру, либо ты ходишь и изучаешь местность, которая возле тебя. Ну да, это дискарт. Относительно масштабирования мы планируем ввести в этот application около 10 языков, чтобы расширить нам
что решили так хват, именно такой охват решили, и во-вторых, больше авторов. Вы еще спросили про наполнение. Есть по Киеву, есть люди, которые могут это наполнить. Но, конечно, очень важна социальная составляющая. Верификация наполнения происходит внутри application. Если точка, которую создали мы, она не отвечает место расположения, значит, мы будем это моделировать. Также люди, которые проходят, они могут нам сказать, вы знаете, мы создали хороший application, но у нас есть еще 18 точек по Булгаку, которые вы не знали. Они в application отвечают эти точки, мы их моделируем, мы там проходим, и мы их вносим в карту. Все. Спасибо. Всем здравствуйте. Я хотел бы представить вам проект SpinnotDevac, который мы переделывали за эти несколько дней. Итак, я бы хотел немножко рассказать. Смотрите, когда вы принимаете какое-либо решение, на основе чего вы его принимаете? Скорее всего, это информация, которую вы анализируете, правильно? То есть вы получаете информацию, вы ее воспринимаете, и в зависимости от того, какая это информация, вы принимаете это решение. Но что делать, если эта информация отнюдь не достоверная, а заангажированная, как это происходит в нашей стране? У нас есть два типа телеканалов. Это либо государственные телеканалы, либо телеканалы, принадлежащие бизнесменам. Очень часто это одно и то же, в принципе, да? Поэтому в связи с разными событиями, которые в этой стране происходят, появилась такое явление, как гражданское телевидение. Когда обыкновенные люди, как мы с вами, выходят на улицы и начинают стримить и показывать то, что происходит действительно в центре событий. Поднимайте руку, пожалуйста, у кого есть смартфон какой-либо? По-моему, у всех, да? Вы потенциально, каждый из вас, любой из вас может быть стримером, да? То есть вы достаете свой смартфон, вы стримите, и вы являетесь уже носителем этой информации. Здесь еще плюс к этому смартфону есть еще блок питания и мобильная, и модем для того, чтобы лучше был интернет. Это с такими блоками ходят ребята-волонтеры с SpinnotDevac. Вот так вот выглядят сейчас эти волонтеры, поскольку без каски сейчас уже никуда. За 2.5 месяца, чуть больше, просмотрело стримов на SpinnotDevac более 16 миллионов просмотров. 48 – это цифра людей, которые были волонтерами в стриме. То есть 48 человек приходили, говорили, мы хотим стримить, давались им вот эти вот наборы с телефона, модема, они шли и стримили, шли в самые горячие точки. И у нас 11 пострадавших, да, то есть у кого-то это руки, у кого-то это более серьезные травмы. То есть люди шли, показывали информацию из самого центра событий. Как же работает спинна, да, то есть костяком спинна являются специалисты, которые понимают, как стримить, как вести программу, да, то есть как вести зрителя, как ему эту информацию лучше подавать. Вот. Также есть огромное количество волонтеров, которые работают вместе с ним. И так случилось, что вот, люди, которые смотрят эти каналы, этих стримеров, они сами подключаются, они могут взаимодействовать с... Сейчас, секундочку, покажем, что мы сделали в итоге.
Вот. Вы можете уже видеть стрим отсюда прямо. Что вы можете? Вы можете смотреть, комментировать. Вы можете смотреть, там дальше ниже есть карта. Вы можете присоединяться к этому процессу. Фактически мы поменяли полностью интерфейс, но что до этого мы могли только стримить. Сейчас же есть такая вещь, как немножко социальной среды для именно стримеров. То есть каждый из вас, кто стримит, у кого есть много стримов, они получают здесь свою страничку и могут общаться именно со своими глядачами. Зрителям, спасибо. Дальше я хотел бы несколько вопросов, которые у вас возникли, я буду на них отвечать и по ходу еще чуть-чуть рассказывать. Да. Конечно. Насколько я понимаю, проект не новый. Что вы сделали к этому? Да, проект действительно не новый. До этого хакатона был сайт, на котором было 4-5 каналов. И фактически это было все. То есть была страничка описания и было 5 каналов. Мы полностью поменяли дизайн. Мы сейчас, хотя здесь сейчас Ustream уже еще идет, мы сейчас поменяем платформу на YouTube. Мы начали писать приложение под телефон, потому что почему выбрано Ustream как канал, да, хотя YouTube лучше. Он выбран, потому что есть приложение под стриминг для телефонов, и это можно нормально делать. С YouTube стримить сейчас нельзя. Хорошо. Вот, поэтому мы разработали полностью движок новый, то есть раньше не было движка, просто WordPress, грубо говоря, там, или другая система, на которой просто были вставлены видео. То есть мы сейчас полностью начали делать нормальную платформу, и это уже там, не фейковый сайт, да, там, это действительно уже есть ядро. Если интересно, вот можно будет поговорить с разработчиком потом, что там внутри. Ну и плюс приложение под Android, поскольку сейчас большее количество людей стримит именно с Android, а не с iPhone. Ну, наверное, в силу того, что Android намного дешевле сейчас. У кого еще вопросы? Спильна, которая принимала участие. То, что еще замечательного сделали ребята, это, по сути, создала сейчас благодаря им коммуникационная площадка для стримеров. Важно неимоверно, потому что ребята практически работали как бы в одиночку и сами по себе, а сейчас создается благодаря этому возможность для коммуникации целого движения и для медиа-активизма, переведенного в совершенно другую коммуникационную плоскость. То есть для нас, помимо технических блоков, связанных вот с Андроидом, это принципиально важно технологически, важно еще и вот эта коммуникационная составляющая. Сори, не бачу просто. Що? Я вже покажу. И, конечно же, во время этой презентации мы будем резать углы, точно так же, как мы делали это на протяжении последних двух дней. У нас просто не хватает времени. Значит, предыстория. Мы двое айтишники, мы любим программировать. Вот. И есть еще Саша, который работает на организацию по названию WWF. Проект наш в сфере экологии. Саша для этого было неделю назад, что... Можете вы прикалываться? Можете вы прикалываться? Ну, типа Ваня будет тетушкой, я буду журналистом, вы будете типа там такие... Кого будем? Ну, будете приходить, там типа массовка, помогать что-то делать. Детей решают проблемы. Вот, они не социальные, они экологические. Вы там побачите уже, я же сам не знаю, как это будет. Что-то социальное, оно
Вот. А то, что я не могу піймати. І екологію нашої планети також. Вот. Я так само вже бачив. Проблема, ну, я не буду розказувати проблеми, коли всі ходять по вулиці, ходять на природу, проблеми ви знаєте. Давайте лучше сконцентруємося на їх рішенні. Організація WWF, вона, звісно, мощніша, оскільки вона організація кожного із нас індивідуально взятого, але вона одна. Более того, вона обязана іграти по правилам свого ж собственного регламента. Вона обязана играть по правилам законодательства тех стран, в которых она оперирует. И она даже иногда обязана проводить тот факт, что в некоторых государствах, конечно же, не в нашем, некоторые элементы законодательства могут не работать. Вот. Так что на самом деле они связаны по рукам и ногам. Есть еще третья проблема. Они видят проблемы с высоты птичьего полета. То есть они смотрят на всю сверху, top-down. Да? То есть им очень хорошо видно, что где-то разлили в океане нефть. Им очень хорошо видно, что пропадают леса в Амазонке. Но увидят ли они со своей высоты птичьего полета тот факт, что где-то под лесным покровом сыпан мусор, или где-то бесцветная жидкость без запаха, но тем не менее токсическая, заливается трещину. Эти проблемы видны нам. Мы можем идти, по лесу может быть с девушкой, может быть птички поют, классно, солнышко, все здорово, и вот она будет мусор, которая не должна там быть. Что сделает настоящий мужчина в такой ситуации? Настоящий мужчина пристанет к телефону. Что-то там у нас было. О, у нас было демо. Мы стартанули абсолютно с нуля. Мы не успели сделать все то, что мы хотели, но мы сделали небольшое приложение. Во-первых, это инфографика. То есть сразу же можно посмотреть на интересующие тебя регионы, посмотреть, что где как. Можно пофильтровать, можно поискать. Вот. Можно зазумить, вызумиться. Вот. И можно присоединиться. Можно присоединиться к решению этой проблемы. Прочитать о ней подробно. Сказать, что это приоритетно. Оставить свой мэр. В перспективе намного больше. Мы хотим сделать полную социальную интеграцию, протянуть это все на платформу и так далее. Можно зарепортить проблему, можно найти скажем так, людей, которым это тоже не безразлично. Вот. Ну и, конечно же, open source. То есть это способ очень быстро и оперативно сообщить об этой проблеме WWF. Вот. Мы хотим сделать намного больше, то есть мы хотим добавить функции импорта-экспорта, работу с GIS, Geographic Information Systems. Мы хотим развернуть полностью Hangout, социалки. У нас куча идей, куча хотелок, но ограниченное количество времени. Поэтому остановились мы на этом. Вот это то, что работает, то, что не работает, мы закомментили, отключили. Вот. Ну вот, собственно, все. Спасибо. В самом начале сказали, что решаете экологические проблемы, а я так понимаю, ваши проблемы не решение проблем, а информирование на проблему. Информация, так? И не могли бы вы рассказать, что из этой информации следует? А мой вопрос в продолжении. Я была удивлена, что всю эту информацию, которая, безусловно, нужна, вы собираетесь передавать этой организации конкретно. Мне кажется, она непосредственно не имеет отношения к решению проблемы. Спасибо за ваши вопросы, они очень важны. Нанесение проблем на карту – это всего лишь первый шаг. Мы как организация, у нас есть партнеры в разных регионах Украины, есть активисты-волонтеры. И в первую очередь наша цель – посмотреть, какие проблемы для людей важны. Второе, связать людей, которые живут в одном регионе, интересуются одной проблемой, с той организацией, которая уже занимается решением. Это будет работа модератора, которая здесь не показана пока что, но это будет свой ход карты. Также карта, в принципе, была разработана с предыдущего, что ее нужно вынести на глобальный уровень. Так как мы международная организация, возможно, это можно выполнить в глобальном масштабе. Да, я совсем забыл сказать, это не есть решаловка проблемы, это есть инструменты для того, чтобы процесс решения проблем был быстрее, эффективнее, качественнее и так далее. А насчет развернуться в других регионах, да, пару конфигов, любая точка на планете, любое количество пользователей, технологически тоже очень гибкое, расширяемое и, скажем так,
лобстолерантные решения. Последний комментарий. Обычно я за мировое господство, за интеграцию Украины и бизнеса из Украины в мировое сообщество. А в данном случае я вас попрошу, сфокусируйтесь на Украине. У нас достаточно проблем в экологии, чтобы вам замахиваться, решать проблемы других стран. И найдите всех тех, кто вам могут реально помочь решить проблемы. Те, кто обязан это делать, исходя из своих должностных обязанностей. Еще один небольшой плюшка, как называют его мои коллеги, это информационная панель, устроенная на этот сайт, где каждый желающий может посмотреть, какой существует алгоритм решения тех или иных проблем. Не, сим юзкейс. Какие проблемы уже были решены, если они были решены? И, допустим, если эта проблема могла быть решена с помощью нашего государства, которое человек делает, то иногда мы очень эффективно спамить, и все вместе мы можем это сделать. Ти мені будеш потрібен зараз після них. Да, це мені піднесе мій напарник покалічений, ти будеш тітушка. Я буду просто казати, що можна побити тітушку і сказати, що я його не застрелив, я просто його побив ногами, я там типу, може кинути батьків ногами. А, тобто нас повинно бути двоє, так? У нас буде четверо. Ми зробимо театральну постановку. Тимур був би в захваті. Хто буде? Ти будеш як мій напарник, типу, що ми... Что, ну, проти нас ідуть менти, і ми там типа можемо відразу показати, що нас там типа цей тітушка там побить. А я зі можу подати коктейль Молотова. Ні, коктейль ми дістанемо, це не коктейль Молотова. Ми з друзями завжди можемо піти. Ну, ну там же він повний. Ну, блін, що ти? Це пиво, воно закрите. Так. А, все, я понял. Я думаю, каже. Все. Так що, яка моя роль? Ми типа як активісти в футболках 2, 3, 5, 10 стрімерів. Йдемо і розказуємо, як на Майдані все робити. Слушай, треба, щоб ти подав термову. О, будеш тітушкою теж? Або будеш ментом? Ні, він буде з коктейлем. Я можу розуміти по-українськи? Я не тітушка? Центр Волинської області Волинь. Ага. Ні, серйозно. Знаєш, як там було? Та ні, зараз. Устав, коротше, стал мало. Ладно, ще візьму наших покалічених. Слушай, чого ви мені питаєте речі? А? Ну, я думав, це там було. Я свічу, що там тримай. Зараз ще познаходжу народ. Зараз вони про лікарні розказують, а потім я почну тролити всіх. Треба тролити прикольно. Якщо щось забуду, що можна потролити, то троль ти. Ми в ефірі, не забувай. Вже 11 глядачів. У Богдани 10. Ну, я вже її наздогнав. От, і бач, в неї руки, типа, цей. Зайняті, о, бачиш? Ти можеш як в этом, як в шутері махати. Треба ломік треба йти отак. І мені кажуть глядачі в чат. До речі, глядачі, ви можете писати в чат. Я його буду читати і відразу можу робити вам коментарі чи ті, чи інші дії. От приходить, наприклад, тітушка. Ну, там, до речі, буде трансляція йти. Ну, на ноут. От. І то, що ми ходимо, воно відразу і показується. Ну, зараз буде мені? Будеш брати участь в постановці? Це відразу трансляція йде. Давайте представимо ситуацію. Чоловік попадає в стаціонар. Це дуже печально, звісно, і... Тут стоїть. Що тут відбувається з ним далі? У него появляется очень так я зараз буду представлять. Важный документ на 10 страницах, он выглядит приблизительно вот так, но это в лучшем случае, потому что в большинстве своем
то, что я сегодня в больнице, продают очень такие презентабельные карточки, которые сохраняются действительно уникальной информации о здоровье человека. И вот с ними... И вот в связи с этим... Извините, пожалуйста, у нас просто все было чуть-чуть иначе настроено по Linux, но мы видим... Так вот, с этими 10 страницами уникального текста здоровья есть очень много проблем. Во-первых, я думаю, все в курсе того, что одной из проблем нашей медицины является непонятный поиск докторов. Поэтому, чтобы прочитать как минимум свой диагноз, какие лекарства были выписаны, нужно потратить очень много усилий и не факт, чтобы прочитать его. Соответственно, есть такое простое решение, я думаю, вы все о нем слышали, это электронные карточки болезни. Да, так вот, это уникальное решение, оно уже запущено давно, и нет никакого новшества в том, чтобы создать электронную карточку. Но есть один маленький нюанс. К этой карточке пациенты не имеют доступа. То есть, если вы уже даже попадаете в такую прогрессивную больницу, где, в принципе, есть электронные карточки, то вы не сможете сами туда доступиться и почитать, что же они вам выписали и как они вас будут лечить, вообще, что у вас за болезнь. И вот мы провели трансляция в онлайн. Трансляция в онлайн. Мы правильно говорим, поскольку российские банки... Я зараз буду презентовать. Там тоже можно сделать то же самое, но выбрали именно... На Kickstarter хочу подать. На Kickstarter хочу подать, чтобы народ... Сегодня у нас есть несколько приложений, которые действуют в режиме... Чтобы было под руками, то есть рублей. ...для компьютера, который... не имеет доступа тут электарик типа есть. И, соответственно, это вот что-то там себе всевалится. И если, не дай бог, что-то случится, то ваша электронная карточка так и останется где-то там, на провавшей доступности. От, але модифікацію треба буде поставити якісь легенькі, тому що він реально важкий зараз. ...к інформації той, яка є о здоров'ї. И, соответственно, это будет, ну, конечно же, решение проблемы насчет электронных карточек. И вот в связи с этим мы предлагаем такое решение, которое называется HospitalIn, то есть это простой веб-портал, на котором есть возможность работы для нескольких больных. Ему видаю, как раз не знаю. Это, конечно же, пациенты. Дальше это врачи и медработники. И вот сейчас мы хотим продемонстрировать работу каждого из них, потому что, как вы понимаете, вот в этой цепочке роль каждого уникальна, и поэтому сейчас мы начнем с медсестры. Да, мы начнем с медсестры. Представим обычное типовое, да, очень мало времени, или секунды осталось, но это мы можем. А представим себя медсестру, стационар. Приехал больной. Что она делает? Она, конечно, первым делом заходит на свое любимое веб-приложение. И она может зарегистрировать это больное или его госпитализировать. Допустим, окей. Ну, задевай я там, типа, цей буду. Кишеню захваю. И диагноз. Паливно. Сзаду паливно. Да, я нормально. Не. Не. И видит вопросы пациента. Да, Ваня будет тетушка. Он ему назначает лекарство. Дальше. Мы это дело закончим. И я потроллю зараз Богдана, он еще не знает. Богдан еще не знает, что я буду зараз ее троллить. Заходим. Отлично.
звичайні представники спільної сім'ї. До цього моменту ходив і стрімали друг. Вони дві роки зайняті. Від цього моменту. І це 10, було 12. І це ще один нюанс, якщо я просив лише скопірувати, то будуть це. Ну, зараз ще когось виправимо. А чим більше народу взяти в прикладі? А хто тебе може? Ну, типа ми, як активісти Майдану. Ну, я, звісно, там ще... Шли там встали, захищаємося від ментів, там автоматом можемо типа стати там. А хто? Хто типа, стрімує? Ну, умовно кажучи, Ваня буде як тітушка. Потім, типа, можемо захиститися від тітушок, типа, наголяти і не сказати, що тітушка, скаже, ми в нього стріляли. Скажемо, ніфіга, ми просто тобі наголяли кулаками, у нас є запис. И почему я вообще не знаю ни диагноза, ничего, и где-то ограничено, а не знаю, если взять два девайса, то вы, типа, судьям, скажу там, типа, вы как судьи можете сразу лайкать те моменты, когда там удар левый, там, типа, давай, прикол, там, типа, чешешь. Ты тогда скажи. Ну, я же таки буду рассказать, там, типа, вы в реальном учете. Я же гарнитуру, реально, я же микрофон. Я можу микрофон тогда себе чипать. Ні, там, ну чути, що ми говоримо в трансляцію, вони будуть дивитися на компі. Я скажу, ви в реальному часі зможете сказати «наваляй». І причому я... Задержка минута, ні? Я руками зроблю завчасно, і коли воно буде на руках показувати вже, типу, «наваляй», ну, на цьому на екрані, там вже екран буде біля них стояти. Типу, от не, «наваляй», там, типу, давай, правий, лівий апрікот, там, типу, треба. Ну, бетон. Він, типа, ігришки доповненої реальності робив. Це, типа, можна, типа, відразу керувати живими людьми, не треба ніяка ігришка доповненої реальності. Ти береш живого журналіста і, типа, фігачиш. Перший вопрос. Тут приносять різні существуючі на даний момент в Україні системи. Вони дуже різні, вільні і так далі. Да? Все-таки, чим ваша система краще вже существуючих на ринку? Це перший вопрос. Другий вопрос. Доступ зараз будемо починяти нашу жестикову презентацію. І то, що вони не публікуються там в інтернеті, зв'язано часто не з технічною проблемою, а з тим, що це не було правильно і часто запрещено различними регуляціями. От як ви це прокоментуєте? Смотрите, то есть относительно первого пункта, там они вообще-то существуют все. Вот даже если мы возьмем вот эту единую систему топливо пациентов, опроваченную Министерством охраны здоровья Украины, проблема заключается в том, что сами врачи на нее жалуются. И они рассказывают о том, что ее реально очень трудно заполнять. Она написана в каком-то умном тетке, и там просто проблемы. И начинается с того, что какую-то галочку не поставили. Это проблема и для персонала, и продолжим насчет пациентов. Они просто не имеют, ну как они узнают, вот, есть у них карточка или нет. Нет, их об этом никто не уведомляет. Да, они подписывают такую бумажечку о том, что они сгонят на карточку с данными. Ну там сейчас придумаем, там шишо просто начинаем играть на публику. Наш проект. Он имеет в виду то, что пациенты... Ты сегодня звезда. Смотрите, мы сейчас говорим... Я завжди звезда. ...массовое проваджение. То есть мы не говорим, что завтрашний... Зазвичай звезда смерти. ...на этот режим. Но я уверена Тролло. В том, что среди медперсонала, среди врачей есть люди, которые заинтересованы именно в том, чтобы лечить, и чтобы в том, чтобы пациент имел тоже доступ к своей истории болезни. Это, потому что это синергия их усилий. Фактически, если вот у них есть доступ через веб, во всех других приложениях этого нет. Все они работают на компьютере, есть там какой-то сервер, который вообще к нам не выходит. И да, я понимаю, но связано с вторым вопросом, персональные данные. Именно для этого есть такая возможность шифрования имени пользователя. Я зможу зараз проєкт включити з вами? Зможу перейти? Той, що на столу вже стоїть. Ні, о той, що на столу. Всі персональні дані включають. Номер, ім'я,
Как это было раньше заниматься? Мы уже на обе, то есть остальное. Мы уже предлагаем вообще отказаться от реальных персональных данных. Мы их не храним, в принципе. Он получает какой-то уникальный код, и там связано. То есть забота определенных данных, что это значит нам государстве, а вся медицинская сервис будет в другой себе. То есть мы не видим об отчетах, о статистике, о том, что мы говорим о том, что пациентка была качественнее и дешевле получить медицинскую помощь, а медсестрам лучше и удобнее, и без лишней головоломки сделать удобно свою работу и пойти домой и в семье. А врачам просто выполняют эти медицинские карточки, которые, по сути, являются всего лишь контролем. Даже в самом законе, кому накажут, написано, что карточка является контролем деятельности. Якщо буде засинувати, просто порухайся. Вона будет видна. І поэтому врачи так не только не выполняют. Просто они не помогают. Эта штука, она не помогает реально. Эти данные анализировать, формулировать и получать их качество работы. Спасибо. Зараз. Ну, я буду виходити, там буду згадувати тітушку, ти вийдеш. Ай, ковпак. Пішло. Так, я... Раз, два. Добрий вечір. Я презентую цей девайс, який називається Ай, ковпак. Ну, для нас він звучить як ковпак, але насправді це не ковпак, це наступне покоління девайсів для стрімінгу. Як ви бачите, я зараз нормально тримаю в руках телефон, і ну, ви ще на трансляції не бачите, але зараз будете бачити, що те, що бачу я, також можуть бачити сотні там, чи десятки тисяч глядачів. Якщо я приходжу з друзями на той самий Майдан, і я хочу отак от стояти біля них і дивитись в обличчя Беркуту, коли Беркут чи тітушки йдуть до нас, ми тримаємося і не пропускаємо їх. От коли йдуть тітушки і нас б'ють, ми можемо просто... От, тримай мікрофон. Через хвилину ви побачите, це, як це є. Ми можемо просто, як от в Half-Life там, чи в бойовичках, побачити, що ми реально надавали йому по мордам, а не пристрелили там чи накостеляли. Дивіться за хвилину на цьому екрані. Ми можемо просто піти з друзями тихо, спокійно, без якогось застосування сили і попити пива. Тримай. Попити пиво і потім показати, як ми п'ємо пиво, і щоб інші друзі також побачили, і потім викинути цю непотрібну пляшку в мусор. Причому даний девайс не потрібно використовувати суто в журналістській тематиці. Це може бути будь-який активіст, який будує барикаду. І відповідно люди бачать
чиїми руками будується і як саме будується та барикада. Ну, коротше, купа для застосування. Ну, зараз ми тут встановлений просто з деревинний ліхтарик, він досить важкий. Ідеально сюди ставити щось компактніше і яке робить не просто точкове світло. А он, до речі, здається, тітушку видно. Так, його, так, так. А прикот йому роби. Раз, два. Тепер ногою. О, бачите, втік. От. До речі, от по іграм доповненої реальності. Якщо раніше потрібно було просто гратися в ігри доповненої реальності, тут є вбудований чат, і ви можете журналісту відразу сказати: «Піди туди, пострім там». А якщо вже почалась реальна заворушка, можна сказати: «Давай, априкот там, зліва, справа там». І відразу ти це бачиш. І не потрібно в щось гратися, коли можна відразу скерувати людину, зробити правильні дії там, чи перейти в іншу локацію. Взявши з собою частину олімпійського кола, там, пофарбовано в чорний колір, там, чи в інший якийсь. Ну, я нічого ні до кого не закликаю, але, ну, погодьтесь, це прикольно. І... я зараз не можу стрімити по старому формату, через те, що я маю пошкоджену руку, яка була пошкоджена на Грушевського 19-го. Але маючи такий девайс, я можу запросто вилізти на дерево, чи на стовп, чи на якусь стіну і продовжувати транслювати, навіть ідучи праворуч, ліворуч, маючи вбудовану в голову акселерометр, який, ну, не акселерометр, як він називається. При моєму зміні тіла, що буде все рівно незавалений горизонт. Ну, коротше, ідея в тому, щоб подати цей девайс на Kickstarter, щоб люди могли трошки допомогти, і потім, щоб цей девайс можна було, або якщо буде достатньо по тисячам кількості замовлень, відразу наклепати його в Китаї і по простим цінам забезпечити всіх бажаючих, або просто роздавати макети, щоб люди могли робити це. До речі, зробив я його тут на кухні, ви могли бачити за півгодини до кінця завершення реєстрації. От. Кому треба якісь технічні деталі, будь ласка, звертайтесь. Зараз використано раз, два, два паперових стиканчики, раз, два, три, шість стяжок, два офісних, три офісних, цих, як вони називаються, скрепки. Ага, і це ж не просто Айкл пак, це пак. Також я маю під'єднаний, отут зверху видно, шнурок. І шнурок іде в банку. От, можете подивитися на Богдану, я зараз її підсвітив. У неї обидві руки зайняті. Бачите, в одній руці в неї телефон, в іншій руці в неї банка. От погодьтесь, стрімити так досить незручно, коли треба когось там розштовхати, пропустити преса, або там обережно фарба, або там чи ще щось. От, так, час. Ну, коротше, робимо різні прикольні девайси, ходимо, стрімимо, щоб це все бачило, щоб це було прикольно, медійно і весело. Я все. А, питання? Так, вопрос. Якщо ваш компакт обернувся хорошим, в качестві упаковки, привезти сюди, зробити фонарик, ну, такий ж не прототип, а готовий продукт, то он будет очень похож на GoPro. Чим это значить? Він буде дуже схожий на GoPro, але це не буде GoPro за мінімум 2000 гривень. Це буде вже готовий телефон, що саме головне, який вже є, як минулий раз просили підняти руки, у скількох тут відсотків з народу. От, це вже відразу буде, якщо у вас є, ну, банка, да. Ну, коротше, якщо це просто GoPro, батарейки вам вистачить на 40-50 хвилин. Якщо це Google Glass, батарейки вистачить на 30 хвилин. Маючи такий iCalPack і таку баночку на 12 тисяч, вам вистачить як мінімум на 4 години жорсткої трансляції, коли ви зможете робити там красиві па руками, бігати, тікати і не обмежувати себе взагалі ні в чому. От, цим відрізняється від GoPro і інших девайсів. До речі, GoPro треба чіпляти на спеціальний шолом, якщо так стрімити. І він також коштує грошей, і він трошки більш стрьомний, ніж ті шоломи, які носять на Майдані.
законно? Законно шо? Після 16-го числа ні. Дихати теж незаконно. Особливо ротом. А ви дивитесь на мене дуже довго. Вам грозить 4 роки тюрми або 5 років виправних робіт. А? Пиво, да. А хіба з GoPro можна стрімити? З GoPro можна. Скільки батарейки вистачає? 40 минут, так як ти казав. Зачем? Так на скільки? Так на 40 хвилин чи на довше? Ну, годин 2. Пічен. А то. Зараз я його потролю. Ну, он він підключив GoPro зараз. От, шановні глядачі, ви бачите GoPro на штативі. Отак воно виглядає. Як ви бачите, обидві руки знову ж таки зайняті. Але плюс цього GoPro, що ви можете наваляти комусь за 1.5 метра від вас оцим чудовим телескопічним штативом. А якщо на GoPro повісять гантелю або банку на 25 або на 50 тисяч, це взагалі буде ідеальний варіант. А краще вішати крюки. Гарпун, до речі, із сильною сталькою був би теж гарним варіантом. Відразу на голову, а типа ці. Крюк на голову. Надягається. Є кріплення на груди. Ну, типу, кріплення там просто куди хочеш. А ціна? Ну, ціна залежить від якості. Ти можеш типу, таку, там, не знаю, кількість ТП забезпечити? Я можу з алюмінієм вирізати. Стрім, стульчик кладу. Ну, тобто, все визнається в тому, до чого воно закомплектовано. Ну, в даному випадку в мене зараз вартість оцеї лабуди в районі... щоб не збрехати, разом із стяжками і цими кріпленнями, ні, та ці офісні штучки, до 5 гривень. Я їх не купляв. Сергій? До 5 гривень. Мене звати Оксана, Оля, Юра, Давид і Діма, це наша команда, SmartTrox. Ми будемо дуже старатися робити успіх від нашої команди і слухати дуже багато. Зараз я останню дороблю, ну і останню. У нас зараз вопрос. Як ви думаєте? Трошки відставати. Так, наш вопрос зараз. Що може бути общого у цих трьох людей? Всім хорошо видно, так? Ні. Чесно говоря, ми самі не знаємо, що може бути общого. Ну, к примеру, хоча б ой, хоча б всі вони люблять Достоєвського, як можливий варіант. Но согласитесь, вряд ли они могут узнать в реальной жизни, что у них общий интерес. И тем более вряд ли они встретятся в реальной жизни, чтобы обсудить или пообщаться на эту тему. У нас, как известно, почти 2,5 миллиарда юзеров в глобальной сети в расстоянии клика друг от друга.
каждого из нас от сотни до, самых активных, до тысяч брендов в социальных сетях. Но общаемся мы лишь с единицами, потому что мы понятия не имеем, чем интересуются и живут другие люди. Это очень сложно выяснить и вычленить общие интересы у нас с ними. И вот, после прочтения замечательной книги «Never Eat Alone», читайте, друзья, это очень полезно, совершенно хорошо идея приходила. У него возникла хорошая идея, как решить проблему дефицита общения, как базовой потребности, естественной потребности человека, который он так обделен сейчас, казалось бы, в окружении стольких людей. Рекурсия. Мач на том экране. Во время еды. Кстати, человек в среднем проводит во время еды, просто кушая 5 лет своей жизни. И вот как же можно, кушая, проводить жизнь намного-намного интереснее. Об этом дальше. В среднем каждый человек проводит в месяц 20-30 своих часов за обедом. Да, именно так много. А теперь представьте, что каждый из вас в это время смог бы познакомиться с 10 классными, реально интересными для вас людьми. Представили? Именно это и помогает нам делать наш проект. А проект актуален именно сейчас. И вот почему. Первое. Мы помогаем людям преодолеть свою естественную скромность и природное смущение. Давайте признаемся себе, что в каждом из нас это хоть немножечко, но все-таки есть. Мы помогаем в реальной жизни встретиться людям с общими интересами. Второе. Smart Talks помогает развеять социальные шаблоны и стереотипы. Давайте признаемся себе, что и это в каждом из нас немножечко, но тоже все-таки есть. Мы помогаем также людям, пользователям интернета, выйти из мира социальных сетей в мир реального живого общения. А самое главное – общение, которое интересно для них. То есть на глобальном уровне мы помогаем возродить культуру живого общения, нехватка, которая так уже сильно чувствуется именно сейчас. И как именно мы это делаем, расскажет Давид и Дима. У кого есть переходник для Мака? Люди с переходником. HDMI VGA. Сейчас проверим. Мы на там не поставили. Зажигаем под свечу трошки. Мак. Я думаю, ничего страшного. В продолжении того, что сказали девушки, мы просто покажем, как это выглядеть. У нас было очень мало, всего 2 девелопера. Мы успели немножко набросать, как это может быть реализовано. Собственно, логинимся через Facebook. Попадаем на страницу, в которой подтягивается имя Александр. Можно вбить этого сначала нет и вбиваем свои интересы в виде тегов. Например, Руби. Да, Enter. Вбиваем 5, 10, 20 своих интересов. Идем дальше. Можем прокручивать, да? Ага, не получается. Прекрасно. Собственно, там довольно важная информация. Идеи есть?
Command-минус попробуй нажать. Мы уже закрываем. Отлично. Собственно, можно сказать два слова о себе, написать и выбрать период времени, в который обычно человек ест. Например, утром завтракает с 8 до 10 утра, обедает с 12 до часу или с часу до 2. И средний бюджет в какой-то валюте, сколько человек готов потратить за обед. На карте можно выбрать, поставить точки, конкретное место, где обычно я ем. И они отобразятся на моей странице. Переходим на главную страницу. После того, как мы ввели свои интересы, например, 10 интересов, я вижу список людей в моем городе, у которых есть пересечение со мной по интересам. Например, UX-дизайн, живопись, психология. Юрий. Я нажимаю на Юрия, вижу места, где он кушает, время, он выбрал время, по которое обычно он ест. Если Юрий мне интересен, я нажимаю «Интересный собеседник», ему входит нотификация. Если я интересен ему взаимно, он отвечает взаимностью. Таким образом, мы можем встретиться. Перейди, пожалуйста, еще раз назад на главную страницу. Собственно, мы не успели тут. Прямо отсюда же можно добавлять людей. Например, добавить себе 10-20 человек и просто ждать от них ответа. Мы все равно обедаем, все равно завтракаем. Это можно сделать намного интереснее. Спасибо. Зараз я швиденько дострімлю, вони швидко скажуть і поїдемо. А? Так? Вони на Майдан будуть. Круто. Почему я спросил? Когда вы это делаете раз в месяц, два раза в месяц, это интересно. А кто-то хотел бы из вас иметь место, где это можно делать постоянно? Да. Квартира в Киеве. Квартира в Киеве. Окей, а к чему я? Мы где-то года полтора назад, имея такую же потребность, сделали такое место, называется Africa Space. Мы там в свободное время тусуемся, что-то кодим, что-то паяем, делаем какие-то схемы. Ребята сделали там 3D-принтер, чугунный станок, можно это прийти посмотреть, например. И занимаемся всяким таким социально-образовательными штуками. Если кто-то, например, всегда хотел попробовать попаять, но не знал, как брать паяльник, или у него не было паяльника, может тоже прийти, попробовать спаять свой первый LED-кубик там из 9 светодиодов или чего-то подобного. Или, например, перед Новым годом мы сделали такой ивент, делали своими руками елку из фактически из мусора. Вот, мы зашли на компанию, которая занимается наружной рекламой, поговорили с ними, зашли к ним на мусорку, набрали кучу-кучу использованного уже акрила, насверлили в нем дырочек, наставляли туда светодиодов, и получилась очень классная елка. Вот, поэтому, если кто-то заинтересовался, подходите, я расскажу поподробнее. Спасибо. Теперь у нас пока небольшой перерыв, пока же не совещается, и не собираемся потом на результаты. На самом деле здесь Skaker Space, вот Сережа Skaker Space, Анна Skaker Space, я, вот ребята мои тоже там. Постоянно какие-то проекты есть на железные, плюс очень много всякого того же самого веба. Поэтому заходи в гости, у нас как раз сейчас такой рейд. Давай вот так, посмотрим. Вот, добавляйся, короче, приходи, участвуй. В соцсетях и в интернете мы еще раскручиваемся, мы лабораторию только поднимаем в интернете. То есть у нас было кстати, помещение, я видел, читал про помещение, кто-то типа часов писал, вот, но там было более
скажем так, там у них были более лояльные условия. И они через, не знаю, через полгода они закрылись, нет места. Не, ну сейчас офис — это такая штука, когда ты приходишь, например, посидеть у Дениса, грубо говоря. Ты просто приходишь там, где есть интернет, и ты с ними там можешь сам посидеть поработать. А тут фишка в том, что там поменьше. Не, я разумею. Я же сам Ну вот, короче, вот есть такие себе города, там мужики приходят и колбасят, и у нас скорее то же самое фигня, только мы колбасим предопринтер, электронику, собираем сайты. Иногда там, например, когда мы просто меня закрыло, я запутался там на экране, просто как там, как с Microsoft выгнал команды. И мы поехали к нам как раз поедем, делали хакатон, и там практически все. Нет, на самом деле прикольно, это просто интересно, потому что... То есть, если посмотри, если брать часа, то сейчас не будет, да? Нет. Не-не-не, я считаю, это не сняв радость. Это просто, блядь, когда ты приходишь, делаешь... Нет, я не прав. Україна вперед! Віта Сімірєнко! А насправді дуже крута, звісно, що буде. Так ти правда на кікстарті будеш? Я хочу податися. А що там внутрі стаканчика? Я щось не розумію. Там, телефон. Ні, там якась така штука кругла. Отут? Ну це ліхтарик стоїть. Отут, це така кружка кругла, там буде провал. Оце? Ні-ні-ні, внутрі. Зараз, секундочку, шановні глядачі, я трошки демонтую, щоб зрозуміти, що. Ну, цікаво, просто це кришкою. Оце один стаканчик, оце другий стаканчик, оце третій стаканчик. Дно другого стаканчика. Так. Ой, вибач, ми тебе з ліхтариком, він реально такий важкий, це просто жесть. Ого, а легший можна і сюди? Так, я хочу легенький сюди зробити, щоб легенький можна було вставляти, от сюди в цей. Щоб воно світило. Ну, або з телефоном. З мікрофоном, так, йди. Ні, це просто ліхтарик. У мене такий був з Майдану, бо я ж на Майдані тусив. Тому я його використав як цей. Ну ти молодець. Я слідкую за твоїми там оновленнями, як ти там на Грушевську, фото жаби там у тебе такі класні. Так, а ти зараз де, в КМДА? Зараз я в Спільна ТВ. А, в Спільна ТВ? В Яйцях ти, ну в Білих. Так, ти ж десь працював, в принципі, як... Ну, я працював вже 2.5 місяці за свій рахунок. Ну, або працюєш, або не працюєш. Ні, ну, я ж теж маю на увазі, що роботодавці, вони ж такі, що, ну, не всі поділяють, там, і так далі. Це треба мати силу, так само, як... Ну, просто я в 2000-му не доробив тоді і маю теперішні проблеми. Тепер треба вже добити. У 2004-му ти маєш нову? Ні, в 2000-му була Україна без Кучми. А-а-а. Через те, що я не доробив на Україні без Кучми до кінця, от і все. Почався 2004-й. Як це в тебе персоналізовано все відбувається. Так. Але це, да, напевно, так воно кожне. Будемо сподіватися. Як тобі наш проєкт? Прикольно. Ну, побачимо. Ми просто розумієш. Взяли реальні потреби життя, ну можна було, звичайно, там, ну просто в кожного своє. Тут нагальна проблема була, що дійсно людина в лікарні, дали якусь бумажку, я пішла вниз на перший поверх, а там одна аптека всі на всі лікарні. І я купила ліки, там, скупила 7 гривень на 300, а потім чисто в інтернеті зайшли, перевірили, а ті ліки коштують у півтора рази дешевше. Ми так розуміємо, що там би в сумі вийшло 100, ну максимум 120. Воно там не в грошах навіть, я в принципі то, що в нас ті гроші є. Ну, ми ще пізно, що 120, це таке. Але є купа інших людей, які з бабусь, дідусів, там, просто людей соціально слабких, скажімо так. Просто жалко їх, і все. Ну і плюс це саме, що, знаєш, там, переводи з цих різних палат, в одну палату переводиться, ніхто не знає. Прийшов в ту палату, там його вже немає, а куди переводить? А там це все, зрозуміло так, що можна, ну, медсестра просто приміщає і перетягує пацієнта в другу палату. Ну так. І ще одну, і ще одну. Ось така як врачебна ошибка. І надо врачі, якщо вони поступають, допускають,
они переделают мозг своей спиной болезни. Они просто переписали. И все. И этого никто не переделает. Ну так. Ну да, ну да, знаешь. А так с этой системой они ничего не смогут сделать. Просто фиксируется и все. Так. Ошибся, все. Ну я собі відфоткав 2 роки тому карточку всю свою. Ага. І тепер, якщо мені треба кудись піти, а карточка десь вдома чи не вдома, з телефона заходжу раз, там за який рік. Рентген не питання. Випуска там флюорографії, там ще щось. Ну, це, ну ми також те саме зробили, але просто ж на більшість студентів, скажімо, ну, так. На всіх ж є такі телефони, які нормально сфоткають. У мене у мами теж є телефон, але фотоапарат. Хоча от слайд зробили, то можна зайти на сайт. 40 комітірувань для мобільних нормально. Це потім через мінію виходить, на фоні все отримується, все працює. Ну так. Ось нет необхідності писати Android-приложення, iOS-приложення. Ну так, все через веб. Ну і плюс, звісно, ціна також, там не можна, ну це ж подивилися, ну, оскільки я не програмер, я юрист, тому я досліджувала питання, там, хто вже якось виробляє, скільки це коштує. І по грошах, там, ну, щоб просто встановити цю систему, треба $900, потім 150 за обслуговування щороку. Але просто, ну, скажімо так, $1000 просто так взяти, відсімнути, звичайна лікарня. Навіть не звичайна лікарня, а ці всі медичні центри, вони то, я розумію, вони хочуть на це витратитися, але що це є, важливо, що це ж дешевше і якісніше. А там було, я ж кажу, це, там такі дебри, там купа галочок якихось, тобто там ти смарт-форми, ну коли ти там одну заповняв, значить ти вже другу можна не заповняти. Ну так. Воно перескакує, да, перекріється інформація, а просто... Ну і взагалі парадигма веба в чому заключається? Просто там інформація не все зв'язана, ну, так, вона тематично слінкована. А в цих приложеннях це США, це форми, вони, інформація там не зв'язана взагалі. Там є поняття ссылки як такової. Тому що ссылка – це взагалі з основою всього зв'язаності. Яка семантика. І вона, іменно от це, вона дає всю цю магію веба. А що знаєш, що саме головне? Що хоч люди зацікавились? Там було питання з приводу персональних даних жінки від однієї. Молода дівчина, яка задавала з залу. Вона виявляється з цього, з медичного якогось центру, і вона саме цікава. Бо дійсно реалізація, що саме клієнт має доступ до своєї історії хвороби. Ну, я ж кажу, такого немає. Це всіх, що зараз розроблено. Ну, там просто це ще. Знов-таки, не всі, що цікаво, не показували, що воно там має. Або, знаєте, як сказала Андрій, це врочебна ошибка, це, звісно, не відкричаєш. Тому що, як юрист, в мене є знайомий, який займається медичними справами. І там от імовірність довести те, що сталася медична саме професійна помилка, вона відсутня взагалі. Це треба або тоді фальсифікувати документи, які все рівно, ну вони то ніби будуть на благо фальсифікації, і ти зможеш за допомогою не довести. Але по суті, пацієнт не без захисту. Ну от, наприклад, є роди, в нас такі дітки загинула рожені, вся і дитина залишилася живою, але мами не має. Довести те, що хоча сьогодні реально себе повів лікар, нереально. Тобто немає взагалі ніяких засобів. А так просто, там, наприклад, якщо, наприклад, ніхто не знає, і були там якусь не ту капельницю. А так, коли всі капельниці там у медсестри є, закладочки, де ці там капельниці, там уколи, воно все обліковується. І, наприклад, чоловік може слідкувати, які ліки вводяться його дружині, там, які цей. Ну, тобто, це більш контроль все-таки. Ну, і я вірю, що, да, можливо, зараз воно там скажуть, там, що да, це ще рано, але все рівно майбутнє буде за тим, що кожна людина має право знати стан свого здоров'я, що з нею, як вона, ну, просто по-іншому що. До речі, чуєш, а це віндовсовське приложення, це і віндовсовське, це віндовсовське. Добре, краще побігаю по інших людях. Ага, добре, щас ти. У мене п'ятка!
Ставляться до тих проєктів, які є конкурентами. А ті, які хто? Які конкурентами вашими є. Ну у вас немає конкурентів, там ще один медичний є проєкт. Я вас питати буду, реально. Так а ти, у тебе волос. У мене гіпс. У мене гіпс, нього нема. Слышиш? Чувак, голові, така штука. Відео зі своїм бічем в Фейсбуці з хакту тегом, щоб знайти. Так воно зараз стрімиться на цей, на онлайн. Навіть зараз. Тебе ж знімали в Ютуб, де там було ж. Да, окей. Было круто, молодец. Игорь, я нормально, любая конкуренция проекта так отлично. Если это конкуренция, не тупо, не интересно. Ну, как? Если ты не соперника, ну, в смысле, ты сидишь сам и что-то делаешь. Мотивации тупо нет, а что делать? Я что-то троллю зараз. Ага, я всех троллю сегодня. А, классно, что. А примитив, да, там типа попить пиво, выкинуть мусор. Давай, послушай. Ну, как всегда, все, которые участвуют, готовы. Я же по приколу просто все эти штуки. Да, чувак, ешь ты. Очень тяжело, я знаю, нужно уйти. И благодарна за то, что вы пришли. Интересно, что в этом раз интерес к рэпу был гораздо больше. Супер. И тоже очень хорошо сработало партнерство с NGO. А теперь давай, ну, уже наши партнеры позвали на цену победителей. А кто это? Ну, сначала это какой приз? Итак, призу для переможця цього хакатону Hack for Good буде місце на стартап-алеї, конференції IDC і участь в конкурсі стартапів на конференції IDC. Це конференція, яка проводиться щорічно в Україні, міжнародна, яка збирає англійських інвесторів, інвесторів, IT-ком'юніті, девелоперів. Понад 2000 учасників кожного року проводиться в Києві. Один збирає 45 плюс країн, і саме це місце дістанеться переможцю, яким... Я спочатку хотіла сказати, вспоминати всі, що соціальні составляючі – це найголовніше для, ну, для цього гекатон. І теж, звісно, має бути щось свіже, щось, яке ви саме тут придумали. Поэтому победитель – команда Крайбон. Спасибо. 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 Спасибо.
Design Sleeping Bag, это команда для следующего катана. Окей? Хорошо. Окей, спасибо огромное, ребята. Молодец. Второе место. Решение второе место, честно говоря, не настолько инновационно, но для Украины это очень важно. Мы не знаем такой сервис в Украине, и еще раз, очень важно. Команда Укрпанда. Команда Укрпанда, Югифт, наш партнер, Gift Certificate, и, слушай, я говорю, книга, окей? Укрпанда, это так. Третья команда, культура тоже очень важна. Я на видео сама. Прикольные решения, команда Trip Me. Продолжаем оценить наш партнер Microsoft. Теперь номинация Microsoft. Ребята, большое спасибо. Мне было очень-очень интересно слышать и слушать столько интересных и ярких проектов. Очень сложно было отдать предпочтение. Вот, и посвящавшись, мы решили, что очень актуально вообще и сейчас для нашего общества проект Spin TV. Вот, и мы презентуем этот телефон им. Вот, работа с этим проектом, расширяйте планы. Да. Спасибо. Если можно, я зроблю объяву. Вы знаете, те, що справді тут народилася від спільноти, ми вирішили, що потрібна програма для IT-програми. Чому? Тому що все, що може вивести, проаналізувавши, в чому Україна сильна, це IT-сфера. Реально, українські айтішники є супер важливими. Тому ми хочемо створити айті-програми для айтішників, які могли презентувати якісь проекти, якісь нові ідеї, ділитися разом. Кому є які ідеї щодо створення айті-програми, я ще не знаю, яка вона буде. Але тут стільки голів розумних, і це має бути якимось чином презентовано в Україні. Тому, будь ласка, підходьте до мене, обміняємося контактами, я думаю, що у нас щось дуже серйозно забудеться на Спільно ТВ. Дякую. Всем вторись, пожалуйста, давай мы все нас сфотографируем. И спасибо большое, давай в следующий раз увидимся еще раз, окей? Okay? Спасибо команде SLX, Регина, наша королева, которая... Thank you.
Миша, Миша, Миша! Свет. Спеціальний приз від Microsoft. Телефон? Який? Lumia Nokia. А? Nokia Lumia. А, ну зрозуміло, логічно. Так що, має тепер є телефон. А? Має тепер є телефон. Ага. На цьому ми будемо завершувати нашу трансляцію. З вами був Пант. Отак. Скоро на базі цього девайса будемо продовжувати транслювати вже з Майдану. Всього найкращого.